Макс Че, добрый вечер. Слышал много раз, что американцы продавали Германии ресурсы даже после объявления войны. Было ли это на самом деле или нет? Нет, там достаточно быстро. Это было, опять же, до войны. Да, там торговали, в том числе поставляли стратегические материалы. Это было и то, что заводы синтетического топлива строили при помощи стандарт-ойл, как говорится. Это тоже факт. Но вот после начала войны это уже, что называется, шло, развитие событий шло по совсем другим линиям. Тут уже, как говорится, работали в интересах своего, так сказать, союзника, с англичан. Тут англичане бы не поняли. Тем более, когда говорят, что там какие-то 100 тысяч 500 миллионов тонн нефти, как это технически осуществлять? Откуда возьмется там поток транспортов, как это все практически реализовать, то есть это какие-то там россказни, которые не очень даже обоснованы хоть чем-то.